Thank you.
Я вот привык петь в парах с кем-то, в паре, вернее. И на эту сцену я хочу пригласить Дильназ Ахмадиева. Так для вас звучит песня «Есть на свете любовь». Thank you.
قوله فيرعدو كي لما ارتكب كي تشري بالبغري اللي هو ينعيني شمورين غلغدا عمر زكب عبدو ازدنا الله صور ماما سيكن عرقو ازدنا الله صور ماما سيكن عرقو Don't cry, we've all known.
Жюри первого национального уйгурского конкурса красоты объявит результаты. Но, наверное, прежде нужно пригласить на эту сцену виновниц нашего праздника, участниц первого национального уйгурского конкурса красоты мисс Малика 99. Под ваши громкие аплодисменты. Продюсерлік
Сон. Мисс Моника года получит денежный приз в размере $500 США. Она подпишет годовой контракт фирмы Alla Music Enterprise, основным организатором сегодняшнего праздника, а также очень скоро отправится в какой-нибудь совершенно увлекательный вояж, в какую-нибудь совершенно энергетическую страну. Но об этом мы узнаем чуть позже. Я бы хотела заметить, что без подарков не останется никто. Мы приготовили роскошные призы практически всем участникам сегодняшнего праздника. Вы знаете, что мы выберем 12 мисс месяцев Малика, выберем мисс Малика вдохновение, мисс Малика грация. Ну и, конечно, наш самый главный приз – это мисс Малика года 99. Еще раз пользуясь случаем, мы хотели поблагодарить всех спонсоров, всех меценатов, которые оказали просто неоценимую поддержку нашему конкурсу. Конкурс был первым. А вы знаете, что первый шаг, он трудный самый. Я думаю, что первый блинком не получился, тем более, что, как видите, на сцене стоят прекрасные девушки. В Игорскому народу есть чем гордиться. Красавицы, умницы. Посмотрите, как на них сидят национальные костюмы. Они так же органично смотрятся в современной одежде. Мини-юбка, юбки. Члены жюри практически все на своих рабочих местах. И осталось пригласить на эту сцену Адиля Джамбакиева. Адиль! Что же я могу сейчас сразу сказать? Ну, наверное, чуть официальный тон. Уважаемые дамы и господа, Хурматлик Анала Атла Акла Адиля Уфкамла. Итак, впервые в истории уйгурского народа, проживающего на территории Республики Казахстан, состоялся первый уйгурский конкурс красоты Малика 1999. Вы все устали, мы прекрасно это понимаем. Но вы, наверное, и чувствовали, какая была ответственность на нашем уважаемом жюри. Ну что ж, значит, в нашем конкурсе имеется 4 номинации. Первую номинацию мисс Эвери Шлейн Косметикс, один из главных спонсоров нашего первого конкурса. Эту номинацию представляет старший менеджер компании Эвери Шлейн Косметикс Вера Большакова. Сейчас Вера представит, кого же выбрала ваша фирма Miss Эвери Шлейн Косметикс. Добрый вечер всем. Столько красавиц, 30 красавиц, которые сейчас ждут. Кто же будет Miss Эвери Шлейн? 30 красавиц, а выбрать нужно одну. Два вечера был парад уйгурских звездочек. 30 звездочек, нужно выбрать самую яркую. Мы долго спорили и сделали выбор. Мисс Эвери Шлейн будет девушка под номером... Какая тишина приятная. Мисс Эвери Шлейн, девушка под номером 1. Фирма Эвери Шлейн Косметикс дарит свой подарочный набор, состоящий из наименований компании Эвери Шлейн Косметикс на территории Казахстана.
вторую номинацию. Мисс Вирджиния. Эту номинацию представляет наш главный спонсор, салон цветов Вирджиния. Мы просим на сцену директора салона цветов. Турдиева Гульвира сейчас скажет, кого же выбрала, кого же выбрал салон цветов Вирджиния. Мне очень приятно было наблюдать два вечера за девушками. Девушки очень красивые. Очень трудно было выбрать одну единственную, мисс Вирджиния. И все-таки мы остановили свой выбор на девушке под номером 20. Третья номинация. Мисс Лязат. Эту номинацию представит генеральный директор ТО Лязат Итмаметов Имам Айзарович. Assalomu alaykum, bugungi malika 99 qatnashgan güzel qizlarim. Assalomu alaykum, bugun güzellik malika 99 qatnashayotgan Ashada qiziqib qarab turib, nechib kundan beri o'zining qimmatli vaqtlarini yeb kelgan boshi chiroyli qizlarning ichidan chiroylini tanlayman degan tuz niyat bilan hammalarning kelib Şu niyet iyi buluşmalara ben çok minnetlerim. Sizler var, biz var. Ben bu kızların içindeyim. Ben bir on neç gün bizi buldum. Ben ancım o kıyamayamaz ki Allah işte. İddiğimi bilmeyeyim ben o kızın tüzükkeni. Temiz durma. 13. numar kız bizdeki Специальный приз конкурса красоты Малика. Этот приз от школы «Модель» представляет эту номинацию директор школы «Модель» Аспет Жилкина. Добрый вечер, уважаемые гости первого национального уйгурского конкурса красоты «Малика 99». Эта идея создать конкурс родилась не случайно. Ведь все мы знаем уйгурских красавиц-воинов. Назугум, Икархан и Ризвангур. Поэтому они были не только красавицы, но и отважные воины, которые оставались всегда рядом с народом, сложные, суровые события. И конкурс «Малика» хочет оставить тоже след в истории своего народа. И поэтому от школы «Модель» я хочу предоставить приз девушкам, чтобы они научились быть всегда достойными дочерьми своего уйгурского народа. Это первый номер Баратова Асель.
Хашимова Зульфия. И шестой номер Баратова Леонур. Ну что ж, я думаю, сейчас обстановка очень накалена. Мы приступаем к награждению официальных номинаций конкурса красоты «Маляка 1999». Подарки для 12 мисс месяцев. От январь по декабрь, представлены спонсорами компании Eurochlain Cosmetics, салоном цветов Вирджиния, а также продюсерским центром Ипархан в лице Матрузиева Мухадес. Итак, в номинации «Мисс Январь» конкурса красоты «Маляка 1999» стала участница Ахатбакиева Шахида. Мисс Февраль стала участница Сайдулаева Эльмира. Мисс Смарт Абдукаримова Саида. Мисс Апрель Абдулаева Аида. Сильно хлопайте, вы бережете хлопки для мисс Маляка года, я понял. Но все-таки, ведь девочки все-таки достойны бурных аплодисментов. Мисс Май Махпирова Лачина. Мисс Июнь Абдулаева Ирана. Мисс Июль Амакова Эльмира. Сеид Ниязова Зульмира. Мисс Сентябрь
Зульфукарова Амина. Ну вот у нас уже есть дважды герой. Баратов Василий, Зульфукарова Амина. Мисс Октябрь, Баратова Василий. Вместе со специальным призом школы модель. Четырежды Герой Советского Союза, Баратова Василий. Мисс Ноябрь, Курбанова и Паргуль. И, наконец, мисс Декабрь, Ибрагимова Адалят. Официальные номинации. Мисс Грация. Этот приз представляет Бостандыкский акимат. Слово предоставляется заведующему отделу по делам молодежи Бостандыкского акимата Курбанбакиеву Рашиду. Добрый вечер. В преддверии такого праздника, естественно, я волнуюсь, потому что 30 женщин и девушек, извините, пожалуйста. Даже я волнуюсь. Женщины на работу. Спасибо за критику. Естественно, каждая девушка хороша, сама собой. Каждому индивидуальному подход. Я радуюсь, что уйгурки очень красивые, такие все-таки Восток дело тонкое, поэтому мы тонко выбирали. Мое мнение, дайте прочитать фамилию. Там. А, я должен номер свой, да? Ну, по моему мнению, мисс Грация просто выбрал номер 8. Приз микроволновая печь от фирмы LG. Огромный приз. Я просто последние дни, как говорится, готовился к этому, буквально день-два было. Я надеюсь, на следующий 2000 год, это все-таки конец века. Конец 2000 лет. Я на следующий год, надеюсь, будет приз очень шикарным. Гарантирую я. Ну, как минимум. Что-нибудь такое, да. Машина. Нет, ну машину я считаю. Тут хорошо. Мой новый Валя Штрукель. Рашид Ака побоялся пообещать на следующий год большой приз от Бостандыкского района, потому что он знает, что мы, организаторы, сразу это слово ловим и целый год будем за ним бегать. Да. Надо бегать, я сам приду. И, наконец, последняя официальная номинация. Мисс Грация. Было. Ой, извиняюсь. Могу еще раз? Мисс Вдохновение. Этот специальный приз
дарит художник Ашимжан Курбанов. Добрый вечер. Завтра праздник. Я поздравляю наших красавиц и поздравляю всех женщин, которые сидят в зале. Все 30 девушек могли бы быть мисс Вдохновения. Но одна девушка, которая могла бы быть и может быть, и будет мисс Вдохновения под номером 13. Это подарок. Моя работа. Это уйгурская царица 5-6 век. Уйгурская Малика. Единственные экземпляры в мире и впервые преподносится мисс Вдохновения, уйгурская царица. Спасибо. Но я думаю, настал этот час, эта минута. Разрешите объявить главную номинацию конкурса красоты Малика 1999, Малика года. Денежная премия $500. Спонсор авиакомпания «Атма». Генеральный директор Абдукаримов Абрикин Абдрашитович. Телевизор «Дэу». От спонсора фирмы «Интемак Бытсервис» президент Суранчиев Ильдос Жалаунович. Туристическая путевка на историческую родину Суар-КНР в город Турфан на праздник Уджумбайрами. От ТО Лязат. А также корона мисс Малика года, чапан. Подарок от компании Everschlein Cosmetics. Подарок от фирмы, от салона цветов Вирджини. Итак, на первом конкурсе красоты Малика 1999 титул Малика года единогласным решением жюри стала участница под номером 13 Надырова Саида. Я думаю, все будут за. Придется попросить Саиду снять.
красивую шапку, и мы оденем ей первую корону мисс Маляка года. Корону одевает генеральный директор Дуалязат, главный учредитель Итмаметов Имам Айсарович. Вот она, наша королева. $500 от авиакомпании «Атма» преподносит президент компании «Атма» Абдукаримов Абдулгим Абдурашидович. Ассаламу алейкум, Узбур Хакан. Добрый вечер, дамы и господа. Добрый вечер, красавицы уйгурки. Я рад. Я вместе с вами, наверное, больше я переживал, я не знаю, сидел и, как говорится, дрожал, действительно, два дня. Я рад сказать организаторам этого конкурса, что первый конкурс прошел, я, по-моему, блестяще. Я хотел бы, чтобы это продолжалось. И знали, что есть такие у нас красавицы. Я также благодарен жюри, которые вот сегодня особенно нервы потрепали всем хорошенько. Ну, рад, что они выбрали достойных. Действительно, все красавицы выбрали одного, самого первого, кому было тяжело. Пользуясь моментом, хотел поздравить завтрашним днем всех наших женщин с праздником. Как говорят в авиации, пусть всегда всем будет попутный ветер, настроение отличного. И дай Бог удачи всем. Слово имеет президент фирмы «Интемак Бетсервис», подарком которого явился вот этот телевизор «Део», Суранчиев Ильдос Жалаунович. Дорогие друзья, я вот тоже вдвойне волнуюсь. После Рашида говорит очень трудно, после Акимата. Но сегодняшний праздник — это не только уйгурского народа, это и нашего казахского народа. Мы живем много-много лет вместе. Мы все породнились на этой земле. У нас много друзей среди уйгуров, среди казахов, среди дунганин. Я много лет вместе с уйгурами совместно работаю. Вот один из моих работников сегодня член Джива Каджаева, Куликен сидит. Вот. Прекрасный парикмахер, мадиньер. Вот. Свою лепту вносит в наш конкурс. Сегодня мы вот много конкурсов проводили. До этого, наверное, я был членом оргкомитета около 10 конкурсов, которые проводились и в Казахстане, и где-то за пределами Казахстана. Но сегодняшний конкурс имеет свой особый почерк. Это первый конкурс среди красавиц девушек уйгур вот на нашей казахской земле. Я хотел бы вот всех поздравить с этим большим праздником, пожелать всем участникам, которые два дня неустанно наблюдали, делили волнение здесь вот со всеми участниками. Всем крепкого здоровья, семейного счастья. Женщин поздравят с наступающим праздником 8 марта. А девушкам пожелать всем быть еще краше, еще умнее, чтобы они были еще выше. А те девушки, которые сегодня получили побольше подарков, чтобы они нашли себе работу в жизни,
Здесь вот я вижу Аспет, бегает, вот, вы все его знаете по журналам. Вот. Я думаю, многие будут достойными и учениками, научатся ходить, преподнести себя. Ну, я вот здесь еще одно маленькое слово хочу сказать про генерального директора Лязат Иманака. Иманака, сізге бақыт тілеймін. Осындай үлкен құрметті тойларды өткізе беріңіз. Сіздің денсаулығыңыз мықты болсын. Сіздің бала-шағаңызға осындай мынандай ұйғырдың орталығын жасап, осындай ұйғырдың жастарын жинап, ұйғырдың жастарына көмектесіп, ұйғырдың жақсы, зиялы адамдарын осындай бір отауға жинап, ылғи қызықтығын көрсетіп жатасыз. Соныңыздан таймаңыз. Мен ойлаймын, ұйғырлардың бақыты әлі алда деп, осы бір үлкен халыққа мен әрқашанда бақыт тілеймін. Ну, я думаю, еще одно слово мы должны дать обязательно первому председателю жюри конкурса «Маляка». Искендиров Махмуд Ибрагимович, вице-президент Федерации гимнастики, заслуженный тренер Казахстана. Ассаламу алейкум. Ата-анла, кла, акла, адина. Здравствуйте, господа. Я рад приветствовать вас на первом конкурсе красоты «Маляка» «Уйгурская красавица». Я очень рад, что у нас есть такая возможность показать всех достойных, я думаю, даже не всех достойных, наших девушек, которые приняли участие в первом конкурсе. Я как первый председатель этого конкурса хочу вас заверить, девушки, потому что и, естественно, заинтересованные лица, которые всегда интересуются, насколько же был объективен выбор. Я вас заверяю авторитетно, что выбор был действительно объективен, потому что жюри само, я хочу вас посвятить немножечко, собралось ровно за 30 минут до начала этого конкурса. Я хочу представить вкратце всех наших членов. Это достойнейшие люди этой страны. Это и хореографы, которые обучались в Ленинграде, это и филологи, это и модельеры, это и представители власти, это и чемпионы по спорту мира, это художники, это парикмахеры, это и представители искусства, поэты. Вот. Я думаю, что выбор, может быть, не случайно, не скромно пал именно на этих людей, чтобы достойно определить красавицу. Но я хотел бы еще сказать нашим красавицам, что, в общем-то, выбор этой красавицы – это действительно достойный выбор, но все-таки это была математика и где-то случай. Я уверен, что у вас будет возможность на следующих конкурсах проявить себя так же и даже лучше, опираясь на этот опыт, который у вас был. Я вас всех поздравляю с этим праздником. Вы все очень красивы. Мы всех вас очень любим. Вы достойны быть грациями. Большое спасибо. Я прошу прощения перед уважаемой публикой. Дело в том, что еще специальными призами для мисс «Маляка года» это годовая подписка от журнала «Сезон», а также годовой контракт вместе с продюсерским центром «Ала Мюзик Энтерпрайзис», и также клубная карточка «Халил Клаб». Это бесплатный вход в этот клуб на все дискотеки, которые будут проходить в этом клубе до конца 1999 года, а также 10% скидка в кафе «Лязат». Я думаю, это тоже очень хорошо. Так, ну и, конечно же, мы не можем оставить наших девочек без подарка. Поощрительные призы от салона «Цветов Вирджиния» и от продюсерского центра «Ипархан». Это книга «Уйгурский национальный костюм», автор Исламжан Касими.
только не радуется. Они за эту неделю стали одной семьей. Я думаю, победа этого конкурса в том, что здесь стоит 30 уйгурских девушек. И лишь шанс один, он, увы, всегда будет один. Но эти девочки теперь стали подружками. Они поняли, что все-таки надо обращать внимание на свой язык, на свои обряды и традиции. Я думаю, теперь они стали выше, не только, как говорит режиссер. Я думаю, мы сначала проводим наше уважаемое жюри, а потом уже попрощаемся до следующего года с нашими участницами и победительницами. Thank you.
Сәйкен яратып, ай, келіп